Всем привет! С вами Купина Анастасия Павловна. И сегодня я вам расскажу секрет о рисовании пони Пенте. Так, вот тут у нас Пент. И я хочу выбрать тут одну поняшку. Выберу ее. Вот это я хочу выбрать пони. И, ну, надо ей нарисовать гриву. Ну и закрасить ее. Закрасим. Вот, вот типа мы уже, ой, поняшку уже раскрасили. Вот, теперь вот эту я отодвину вот в сторону, вот эту поняшку. Итак, сегодня я вам покажу некоторые секреты рисования пони в Пейнте. Итак. Вот у нас, например, пони. И мы рисуем ей гриву. Его. Вот этим буду рисовать. Так вот, у вас тут, например, заехала грива на глаз. И можно это просто закрасить, или мы можем тут сделать маркер. Ой, тут надо больше исправить. Ой, вот. Так, и вот тут, ну, вы можете просто закрасить. Ну, тут еще можно сделать вот так прозрачную гриву, которой виден глаз. У меня тут половинка глаза. Так, начнем второй урок. Так, вот у нас тут, вы хотите сделать пони гриву, как вот тут. И вот, что же делать сейчас только? Нарисуем гриву. Так вот, у нас тут пони с гривой уже нарисованной. И вот, тут у нас фон. И что нам делать? Вот. Что нам делать? Если мы хотим сделать ей гриву как фон. Ну, мы, во-первых, красим гриву в белый цвет. Белый. А глаза надо закрасить каким-то другим. Вот таким цветом. Так. Ой, забыла. Тут надо нажать прозрачное выделение. И вот, грива готова. Так. Выделяем. Понял. Ой, сейчас я найду. И вот, пожалуйста. Вот у вас и пони с такой вот гривкой. Так, переходим к третьему уроку. Так вот, у нас, например, поняша такая. И тут вот эти контуры красить просто... как-то неудобно. И вот что мы делаем. Мы берем ластик, тут делаем цвет, который мы хотим закрасить сзади. Цвет, который мы хотим. Я хочу вот этот красный покрасить. И вот что она... Ой, я не тот цвет взяла. Так. И вот он что делает? Красит нам по заказу. И это все очень здорово, что такое просто в Пейнте есть. И что интернет есть. И еще главное, что есть YouTube, где можно все это узнать. Так, ну а тут я хочу поступить по-другому. Правда, можно это просто закрасить, но я хочу сделать так. Иху! Вот так. Вот так тоже удобно, но... Если красить не очень аккуратно, то будут пятнышки белые. Я аккуратно крашу. Ну, то есть, хорошо крашу пони. Ну, конечно, я не профессионал работать с пони в Пейнте. Ну, я хотя бы
Знаю, как все это делать. Может, даже скоро буду профессионалом. Вот такая понька уже закрашенная. Так, итак. Всем привет. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал. И пока-пока.